колечко снимается, 100 грамм только. Частоту кручу. Замерю частоту и скважность с отключенной средней точкой, плюс сам пуш-пула, чтобы наводки наловились. Тут и конденсатор, и емкость общая 300 нанофарад. Тут вот 28 идет прямо на индуктор, вот этот. От гранаты вот один конец, конец конца, то есть вот этот последний слой идет на диодный мост, и на трех витков один конец, потом другой конец трех витков идет на конденсаторы резонансные, и вот входит. Потом от конденсаторов идет на начало градиентной катушки и на тоже на диодный мост, который диодный мост идет на конденсатор и на нагрузку. И не заземлен ни индуктор, ни съемная катушка градиентная. Частота на затворах транзисторов 31 килогерц. Вот средняя точка отключена. На втором тоже 31,03, а тут 31,03. А на пуш-пуле, который входит от телки до драйвера, тут 31,03, тут 31,03. Вообще-то странно. Вот эти конденсаторы не должны. Ай, да, частота тут будет такая самая вести. А вот скважность будет другая.
34,5%. Тут 36,2%. И на пуш-пуле, то есть от TL494, где выходит, 12,7% на одном плече, на другом тоже 12,5%, а на том еще 12,6%. Обвязка тут сделана вот примерно по такой схеме. Вот сделана намотка, только вот тут вон неправильно эта граната намотана. А тут по-другому намотана. Чем тут нарисовано, а вот так все подключение, все примерно так же. Вот. Вот эти конденсаторы. Вот это 2,2 нанофарада между входом в драйвер. Только у меня на двух драйверах, тут один драйвер. Между... Вот между минусом и между входом в драйвер. Вот. Вот этот вот входит в драйвер. Вот. Стоит 2,2 нанофарад конденсатор, у меня тоже 2,2. А тут тоже вот так диодики, это все, конечно, неправильно. Но я так сделал, как по этой схеме. И вот один конденсатор 2,2. Вот второй тоже вот входит. Вот один. И вот второй вот на минус один его конец, и второй вот на вход. Тут тоже эти диодики, все резисторы. И вот тут у меня 50 килоом резистор. Для чего вот эти конденсаторы стоят? Они на самом деле, если по схеме делать по правилам схема техники, как бы, так это неправильно, их не надо ставить. Они начинают ловить наводки, и вот от этих наводок получаются всякие эти биения, рыбки, модуляции это. И они увеличивают скважинность. Как видно, на низких частотах они там незначительно увеличивают, но чем выше частота, тем они уже начинают значительно увеличивать скважинность. Поэтому тут 12% скважинность от телки идет, а тут уже... На транзисторе там 36%.